Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с кадрами, назначенными на должности председателей судов, заместителей председателей судов, судей судов городов и районов страны. Из 153 человек, назначенных на ответственные должности этой ветви государственной власти, 58 человек после учебы в университетах и институтах посредством конкурса как судьи-практиканты были охвачены годичной учебой в учебном центре при Верховном суде Республики Таджикистан и впервые назначены на должности судей в судах городов и районов страны. В ходе беседы президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, особое внимание уделил обеспечению верховенства закона, борьбе против действий, имеющих коррупционный характер, прозрачному и справедливому рассмотрению уголовных дел, обеспечению при этом справедливости и честности и призвал молодые кадры, которые только приступили к деятельности в системе судебных органов, к постоянному, серьезному изучению нормативно-правовых документов сферы и совершенствованию своих теоретических знаний в ходе производства. Лидер нации напомнил о поддержке и заботе о молодых специалистах, воспитании и правильной расстановке кадров, создании сотен отраслевых зданий и объектов в городах и районах страны и подчеркнул, что правительство республики и в дальнейшем будет принимать необходимые меры для улучшения условий работы и жизни работников судебных органов страны. В период независимости мы для обеспечения прозрачной деятельности и самостоятельности судей внесли изменения и дополнения в нормативно-правовые документы во имя приведения законодательства в соответствии с правовыми международными документами и требованиями времени и поэтапно осуществляем реформу сферы, отметил президент Республики Таджикистан. В беседе также было подчеркнуто, что судьи, как полномочные представители государства, должны соблюдать профессиональную этику при защите прав и свобод человека и гражданина и должны с большой ответственностью исполнять обязанности судей. Причастность судей и работников аппаратов судей к коррупционным преступлениям является самым серьезным недопущением и вызывает озабоченность, подчеркнул президент Республики Таджикистан. Глава государства заявил, что руководство Верховного суда и Верховного экономического суда с целью подбора и правильной расстановки кадров и очищения судебных органов от случайных людей должно принять дополнительные меры. В конце встречи лидер нации пожелал успехов всем назначенным кадрам при исполнении служебных обязанностей и еще раз подчеркнул, что служение народу и родине, защита прав и свобод каждого гражданина является их первостепенной задачей.